Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Эльрой. Ё-моё. Что это за чудики у нас? Это наш отряд? В атаку! Побежали. Так, непонятно, из-за чего тут началась войнушка у них. Равнина надежды. Приветственное событие. Нифига себе, тут герой такой. Герой, а это мастер с Фомкой. Ладно. Значит так, друзья мои, вот наша карта, по которой мы будем с вами путешествовать. Это игра из жанра Tower Defense. Ну что же, нам говорят, начните бой. Наполовину по-русски, наполовину нет. Странно как-то, что это такое? Что это за гадость такая непонятная? Слизень какой-то. Battle Start. Уничтожьте башню противника справа. А, это башня, оказывается. Понял. Ну что, друзья мои, давайте. Вот у нас также копится энергия здесь. Сбор камней призыва ускоряется после повышения уровня. Ага, вот оно что. Так, я повышаю левел. Тихо, это кто такие? Кто такие? Хе-хе-хе. Слушай, ну согласись, похож на рыцаря из Tower Defense. Ой, Tower Conquest. Спутники атакуют автоматически. Призывайте спутников, чтобы одержать победу. Все, я понял. Но слизни там этих с тобой порвем. Причем на изи. Да я думаю, и замок мы с тобой тут разрулим. Но, судя по всему, это идет как бы обучение. Поэтому здесь все будет довольно легко и просто. Ух ты, новичок Куи Юн. Фига такая маленькая и с такой битой. Получен материал реликвии. Так, ну и награды 165 монет. Очень интересно. Слушай, какое-то сходство с Tower Conquest. Повышайте уровень персонажа, чтобы стать сильнее. Ну давай повысим. Так, второй уровень, да, получает? Сколько у нас денег? Почти 1000. Ну давай прокачаем чуть-чуть. Слушай, а может быть я хочу вот этого прокачать? Кто он такой? Винан Клаус. Это Купи, а это Куи Юн. Хватит мне. Хватает, отлично. Так, что теперь? Теперь, наверное, надо отсюда выйти. Тут, смотри-ка, дирижабли какие-то. Ну, слушай, ну карта здесь такая приличная. Судя по всему, будет еще где-то там. Так, ивенты какие-то у нас тут открыты. Горячее время. Ладно, совсем по порядку будем разбираться. Так, ну что, старт. У нас, видимо, здесь энергия, что ли, есть? Да, ребята, 217 энергии. То есть она каждый раз тратится, да? За бой. И самое удивительное, ты посмотри на наш замок. Какой-то домик на пеньках. Тихо, опять эти слизни идут. Давай, рыцарь. Накумариваем этих мелких слизней. Замок довольно прикольный, да, у врага сделан. Так, а вот кто это такой? Вау. С щитом, напоминает мне чем-то щитобота из Tower Conquest. Да, у меня почему-то автоматически какие-то идут сравнения. Так, ну что, закумарим, наверное, да? Не понял, что-то как-то долговато мы бомбим. А ну-ка, как ты выглядишь? У нас ускорение, что ли, стоит? Точно, я думаю, в чем проблема? Тут, оказывается, ускорение идет. Можно поставить на автоматический бой. И причем автобой здесь ограниченный. 20 боев. Так, level up. Я получил второй уровень. И за это мне дали награды определенные. 1100 монет. 100 очков битв. 50 гемов и ускорение на 20 ходов, ребята. Плюс материал реликвии. Не знаю, для чего это пока нам нужно. Но я знаю, что мы можем с тобой просматривать за рекламу и получать двойную награду. Открыта новая функция. Наем. О. Так, новый способ получения спутников. Теперь вы можете нанимать могущественных спутников. То есть премиум и нормал. И кого я, например, могу? Можно премиум? Так, премиальный наем. Кстати, мне дают один билет. Ну что, тратим, друзья мои? Или как-то? Ага. Вот как это все выглядит, наш наем. Вскрываем с тобой, естественно, свиток. И кто же нам здесь выпадет? Серудж. Слушай, знаешь, кого напоминает она мне? Помнишь в Tower Conquest Макрыцарь? Вот что-то типа того. А на нормале есть? О, бесплатный наем. Один. Да?
Ну-ка, кто нам здесь выпадет? Давай-ка глянем. Ух ты! Стейша. Это лучница. 10 тысяч стоит, вы серьезно? Так, ну, премиума. Или есть еще премиум? Серьезно? Еще есть ребята у нас с вами. А ну-ка. И кто на этот раз? Ёлки-палки. Комедиант. Причем он мастер, то есть фиолетовый. Слушай, какой-то страж, судя по всему. А еще можно? Можно. Так, вот теперь у меня точно, ребята, последний билет. Мы его тратим. И кто же здесь? Ух ты, эксперт Бруто. Интересно, а эксперт лучше, чем мастер? Ну все, билетов больше нету, как ты видишь. Мы можем... Ага, за гемы теперь. Ну, гемы я не буду тратить, да и у меня их и нету. А на нормале тоже нету. Только лишь за деньги. Да? 10 тысяч стоит наем. Слушай, ну мы с тобой неплохо в данный момент насобирали бойцов. Твою ж налево, ты посмотри, а. Красиво. Причем у каждого разные стихии. Это какие-то ночные войны. Вот эти вот, я не знаю, что обозначает. Как вот прочитать-то про них тут? Так, повысить уровень. Вот это вот, по ходу дела, легендарный, да? Серудж, потому что, видишь, оранжевая карточка. Я могу еще и качнуть чуть-чуть. Предположим, да? А плюс комедианта. Тоже чуть-чуть с тобой прокачаем. Просто я не знаю, где здесь, как тебе объяснить, какие навыки у них. Видишь, тут только вот сила, жизни, здоровье, скорость. А может быть, у них нет никаких навыков? Да нет, должны быть. И вот, кстати, ребята, стихии. Стихии огня, воды, я не знаю, стихии скорости, солнца и луны. Вот как-то так это все выглядит. И следующий вопрос. Как мне теперь взять определенную команду собрать? Так, подожди, что-то у нас еще с тобой здесь есть. Давай посмотрим. Мы с тобой получаем самоцветы, да? За то, что у нас появляются новые юниты. Отлично. Так, есть еще что-нибудь? Все, больше ничего нету, да? Больше ничего. Хотя, показывается, что что-то еще есть. Давай спустим с тобой вниже. Слушай, ну, очень много, ребята, здесь воинов. Ты посмотри. Просто посмотри, какой огромный здесь список бойцов. Мне кажется, даже самый привереда найдет для себя что-нибудь полезное и нужное. Среди бойцов, я имею в виду. Так, ну что? Мы можем с тобой... Подожди, тут какой-то ивент горит. Приветственное событие. И что я... А, должен заходить в течение, наверное, 7 дней? Скорее всего, так, да? Вот, первый день. Мы получаем с тобой 300 гемов. На втором дне мы получаем с тобой вот этого вот мастера. На третьем мы получаем 3 легендарных билета. На четвертом мы получаем 10 обычных билетов, потом 1000 гемов. И вот на седьмой день мы получаем вот этого героя. Тоже легендарный. Окей. Ну что, а мы с тобой двигаемся дальше. У нас третья миссия. Коснитесь иконки предмета, который вы хотите использовать. Вы можете получать различные бонусные эффекты, используя предметы уровня. В данный момент мы можем с тобой, например, активировать автобой, автобег и... Так, получайте реликвию высшей категории, побеждая в битвах. Ага, и можем повышать ранг. Что он мне вот сюда вот показывает? Ну, это я понял, включить и отключить. Это для меня, ребят, не новость. Поехали. То есть мы можем с тобой врубать ускорение, можем его выключать. Вы можете приближать и отдалять камеру во время битвы. Да, могу, но такой функции у меня в данный момент, ну, нету. Так, ну что, приступаем. Наш рыцарь побежал. Недостаточно камней призыва. Всего хватает, чего вы мне тут свистите? Так, мой маленький рыцарь пошел в бой. Так, я хотел, знаешь, что посмотреть? А у меня этого бойца нету в отряде теперь. Или есть? Вот он, вот он. Сколько он? Вы издеваетесь, что ли? 480. Я быстрее замок ему уничтожу. Хотя, как сказать. Так, посмотрим. Сколько там надо? 126. 100% как-то вот это должно прокачиваться. Ну ты представляешь, вот чтобы мне открыть, например, вот этого бойца, это 480 нужно. Напоминает мне систему. Так, а вот это что такое? Нет противников чего там в радиусе поражения. Напоминает. А, вот он. Это, слушай, как в Battle Cats.
Такая же система, друзья мои. Так, завершить уровень в области равнины надежды. Я выполнил миссию. Так, получаю всего лишь 110 монет. И недалеко тут, кстати, до левелапа. Так, а вот это что такое? Новый какой-то противник. Новый противник, которого я должен забомбить. Луна. Имеется 0 в плане. Так, имеется 0. То есть вы хотите сказать, что я не смогу пройти дальше, пока не возьму или не приобрету эту луну? Во-первых, что еще за луна? Где мне ее взять? Это раз. Как это работает, а? Секундочку. На минутку, можете мне объяснить? Я не могу пройти, потому что у меня нету, да? Для совершения действия необходимо чего там? Завершить предыдущий уровень. Так, а как мне его закончить? Может быть, наем? Нет. Наем это не то. Спутник, группа, реликвии. Что у нас тут? Ага, собирайте реликвии на каждом уровне. Чем выше качество реликвий, тем лучше будут их бонусы. Ого. Слушай-ка, заостренный молот. Ускорение изготовления всех камней призыва на 0,00%. Ага, тут тележки какие-то. Получение золота. То есть это реликвии, которые будут работать на нас. Это я понял. Но вот я не понял, что мне вот здесь делать. Инвентарь. Что у меня в инвентаре? Тоже ничего, все пусто. Так, получаем с тобой 300 гемов. Это все, конечно, замечательно. Все хорошо, все прекрасно. Но как мне вот здесь вот быть? Вот этот у меня есть лучник, да? Но у меня тут еще дофига каких бойцов нету. Как же мне их получить? Они даже не объясняют. Ну давай нажмем на ивент. Нет, ивент мы с тобой смотрели. Кстати, приветственная миссия что-то. Ага, еще получаем 500 гемов. Может быть, они хотят, чтобы я за гемы покупал бойца. Ну как вариант, может же быть такое. Наем. Давай перейдем с тобой в наем. Нормал, я даже не знаю, из какого жанра этот боец, из нормала или где. И смотри, самое удивительное, да? Я не могу сейчас, например, ничего сделать. Нет, я могу вернуться. Хм. Я могу вернуться, но луны здесь, как ты видишь, нету никакой. Здесь можно получать реликты и просто деньги. Но как мне вот здесь пройти? То есть луна имеется 0. Может быть... Подожди к секунду, может быть просто старт нужно нажать? Точно, друзья мои. Вот это я тупанул. Нет, я просто нажал на героя, и мне пишут, имеется 0. Я думал, что мне нужен этот персонаж, чтобы двигаться дальше. Оказывается, надо было просто в бой войти. Трындец, вот они меня с панталогии-то сбили. Так, ну что, ладно, давай мы этих слизней сейчас разнесем. Так, надо мне... Ну давай этого щитоносца призовем. Такой полукиборг, полуфиг поймешь, кто он. Ну тут вначале все довольно легко и просто. Согласись, вон смотри. Просто обычные мои маленькие рыцари уничтожают вражеский замок с полтычка. Все. Я даже не вспотел, если честно. Ох ты, а вот, ребята, вот мы с тобой получили луну. Вот оно как работает. И... материал реликвии. Может быть, конечно, надо будет сразу умножать вот эти вот за просмотр видосиков, но я этого не делаю. Так, новый уровень. Ну давай, я не знаю. Слушай, ну белый, да. Белых, мне кажется, надо в первую очередь прокачивать. А кто, интересно, круче? Смотри, это луна, да? Посмотрим, по атаке у нее десяточка стоит. Ну, Стейша будет получше. Ты посмотри, у него 22 атаки у Стейши. Так, сейчас мы посмотрим. И скорость, кстати, атаки намного быстрее. Так. Ну, стоит 350, дороговато. Да и по хпшкам. Слушай, ну, Стейшу все-таки, мне кажется, стоит прокачивать. Интересно, тут, когда звездность повышается, меняются как-то эти персонажи или нет? Так, ну что, у нас тут с тобой что-то новенькое откроется. Так, конечно же, стартуем сразу же. Сразу начинаем набивать с тобой. Да-да-да, я понял. 45 камней мне нужно.
Тут обычно, как всегда, пойдут слизни. Так, нужно 77 камней для следующей прокачки. Делаем. Оу, они отталкивают моего рыцаря. Нет, так дело не пойдет. Они вдвоем бегут, охламоны. Хотел бы посмотреть, как еще работают здесь эти стрелы. Так, четвертый уровень. Максимально 650 камней, да, у нас выходит. Сейчас я хочу еще дальше посмотреть, что будет. Так, 870. И хотел посмотреть, как работают вот... Воу, вот так вот стрелы, ребята, работают. Ну-ка, глянуть хочу вот на этого. Ух ты, посмотри, какой громозека. Что он делает? Он щитом их отталкивает. Так, вызываем луну. Да, это лучник. Тут нет никакого времени, нету, все отлично. Слушай, да его не так легко пробить. Ты посмотри, он стоит один в одиночку. А вот это кто такой? Дин-дин-дин-дин, такой с пальчиком указывает, типа там. У него удар сифу. Да-да, это тот самый захват мизинца. Надеюсь, многие поняли, откуда это все. Так, давай-ка, малышка с дубинкой. На самом деле, я хочу вот эту призвать. Так, сейчас попробуем. Она, наверное, не успеем, да? Все-таки разнесем быстрее замок ему. А я так хотел посмотреть на легендарного бойца. Твою ж налево. Слушай, лучник издалека очень прикольно бомбит. Level up. Мы с тобой получаем третий уровень. 20 автобоев. Деньги, гемы. Все как полагается. Ну и, естественно, реликвии. Так, что дальше? Давай смотреть. Бонус реликвии активирован. Заостренный молот. Ага. Так, ускорение изготовления всех камней призыва на 32%. Вот так-то оно будет лучше. Согласись. Ну что, мы с тобой идем дальше, и у нас будет здесь Миду, какой-то новый персонаж. Ну что, поехали. Как говорится, на старт, внимание, марш. Пока мы с тобой тут все премудрости не узнаем этой игры, да, нас в свободный бой не отправят. Опять эти слизни. Никчемные слизняки. Ну, мой рыцарь справится, конечно же, с ними. Так, давай, щитоносец. Я так понимаю, он дерется кулаком, да? Своим механическим Блин, собаки тут еще эти. Вот кого надо вызывать. Тоже чувак со щитом, но он намного сильнее будет, чем вот этот вот. Сколько там нужно? 166. Прокачиваем. Нормуль так наносит урон. Блин, я все-таки хочу посмотреть вот эту вот карту. Но, видишь, никак у меня не получается, ребят. Я успеваю дойти до замка. Ух ты, смотри, новые монстры. Какой-то фиолетовый там кубик был. О, вот так вот выглядит боец легендарный. Блин, только увидел, как он вышел, и все. С каким-то, видишь, щитом идет. Ну и вот мне достается Мида. Какой-то малыш с какими-то сферами. Ну и, конечно же, материалы реликвии. Так, и дальше мы с тобой продвигаемся. Куда там? Новый уровень. Слушай, это стихия воды. 100 хп имеет, 27 к атаке. Прикинь, 144, это на первом уровне. 144. Ну это самая имба, друзья мои. 144. Ни один боец из моей группы не имеет такой атаки. Пока. Так, мы что-то с тобой здесь заработали, давай-ка, наверное, заберем. Ага. Ну да, конечно же, мы же... Слушай, а смотри-ка. Максимальное улучшение. Вот что она будет давать. 102 к атаке, 625 к хп. А, секунду, максимальный уровень и максимальное улучшение. Фига себе. Луна 5 звезд будет иметь вот такие вот показатели. Да, это серьезная заявочка. А что же будет тогда получать у нас легендарный боец? Я даже боюсь представить. Нет, это в принципе можно глянуть. Надо вначале ее найти. Так, где она у нас? Так, это не то. Это где-то внизу, да, они все эти. Да как же туго это пролистывать-то, ребят. А вот она, да? Сирудж. Ну-ка посмотрим.
Ё-моё, 32, почти 33 тысячи хп и 3,5 тысячи к атаке. Ядрить. И это только, ребят, которые легендарные карты у меня есть. А ты посмотри, сколько их здесь, легендарных этих юнитов. Офигеть. Ну что же. Что такое караван какой-то, ребята, у нас тут? С каждым новым уровнем ваша база становится сильнее, а скорость изготовления и максимальное количество доступных камней призыва увеличивается. А ты посмотри, вот сейчас в данный момент у нас вот такая хибара. На 5 уровне будет уже как типа кареты. На 10 уже как будто летающий корабль. На 20 как паровоз. А это прям ходячий замок. И что мне нужно сделать? Новый уровень? А, все, я понял. Второй левел, да, только получаем. На 5 уровне мы с тобой получим трансформацию нашего замка. Еще что ли могу? Нет, не могу. Нужно 1300 монет. И боевой навык тоже, наверное, будет меняться. Я понял, друзья мои. Так, ну что, мы с вами... А, вот здесь вот должны драться, да? Поехали. Так, понеслась ранулечка моя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут уже смотри, какие красные кубики на меня нападают. Опачки. Эй-эй-эй-эй, подожди. Они же меня так сметут. Фух, кое-как отстоял. Повреждения не получили, слава богу. Так, 105 энергии копим с тобой. И больше камней у нас будет. Ага, начинаем бомбить потихонечку. Давай, сколько там нужно? 175. Ух ты, они даже этого рыцаря, прикинь, бомбят. Ну-ка, иди сюда. Кстати, я забываю их прокачивать по уровню-то. Ну-ка, есть. Так, сколько у нас с тобой? 702. Я могу, в принципе, вполне призвать нашего легендарного бойца. Сейчас мы это сделаем. А хотя уже не стоит, мы здесь выиграем. Твою же налево. Да что ж так получается-то все время? Ну что, победа. Получен материал реликвии. И мы двигаемся с тобой дальше. Так, новый какой-то боец. Бакмаул. Ух ты. А на 10-й стадии, смотри-ка, что-то новенькое откроется. Везде что-то будет открываться. Посмотри внимательно. Прикольно. Ну давай посмотрим, что это за бакмаул такой. На старт, внимание, марш. Так, все время путаю. 61 энергию нужно накопить. Так, подожди. Блин, соточку давай накопим с тобой. Вызовем, наверное, вот этого вот. Сорокет. Слушай, надо прокачать будет их. Что-то как-то мы уже с тобой не можем справиться на изи с противником. Так, 105 энергии. Улучшаем. 496. Ну, в принципе, этого должно хватить для призыва легендарного бойца. Я накоплю, наверное, энергию сейчас. Опа, опа, опа. Ты видел, что делают? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тут уже не до шуток, если честно. Слушай, а вот эта вот девочка-то с дубинкой неплохо так бомбит. Посмотри, бумс. Она еще их отталкивает. О, ну давай, давай, родная моя, выходи. Сейчас мы посмотрим ее в деле. Что она вообще хотя бы делает? Как она дерется? Блин, пока она добежит, мы тут уничтожим уже замок. Нет, успеем. Она бьет вот этим вот, ребята, щитом. Ей достаточно было два раза, как говорится, им ударить. Вот он, новичок. Бакмаул. Тоже какой-то чувак со щитом. Похож на какого-то шамана, да? С тотемом. Угу. Стихия, я не пойму, скорости или что это? Это, наверное, стихия ветра. Это огонь, вода, это, скорее всего, ветер, друзья мои. Нам предлагают его немножечко прокачать. Ну, давай. Так, вот этого надо прокачать, потому что это наш основной в данный момент боец, который выходит одним из первых. Поэтому, конечно, от него много чего зависит. Так, какое-то будет следующее у нас с тобой открытие после прохождения этого уровня. Какое, я не знаю, сейчас посмотрим. Так, пока бежим. Давай прокачивать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй.
Нет, 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 нет. Пожалуйста, не трогайте мой замок. Они нанесли, ребят, повреждения. Я, правда, не знаю, влияет ли это как-то тут или нет. Может быть, нет. То есть, ну, мы можем получать спокойно повреждения. Главное, чтобы он остался целым. В Tower Conquest, насколько мы помним, да? Если нам нанесли повреждения, то у нас уровень считается пройденным не на 3 звезды. Вот, в принципе, только и всего. Так, мы можем с тобой... Ну-ка, посмотрим, как автобой, ребят, работает. Я специально активировал его. Ну как, работает очень хорошо, ребят. Как и должен работать. Ну, замку не выжить. Разбомбили в пух и прах. И это правильно. Так, level up. 4 уровень мы с вами зарабатываем. Получаем реликвии. Исследование. Так, ну-ка. Исследование может усилить вашу команду. Так, усиление атаки. Так, усиление защиты. Усиление атаки. Ну-ка, подробная информация. Так, ускорение изготовления всех камней. Ну, это понятно. А что я должен сделать? Призыв. Так, снижение стоимости призыва существа во время битвы. А, уровень, да? Уровень. Ну-ка. Так. Это изготовление всех камней. Мы с тобой сейчас повышаем. Максимальный уровень, я вижу, тут 4. И... Ха. Необходимый уровень команды 4. Чтобы 5, видишь, да, нужно 440 голды. Спутники. Усиление атаки спутников. А спутники это кто такие? Это мои бойцы или какие-то будут новые? Отдельные юниты, которые будут помогать нам. Интересный вопрос. Так, ну что, здесь мы забрали. А здесь мы забрали. И можно, в принципе, дальше отправляться. Тут у нас... А, меняется локация, да? То есть уже как в какой-то лес мы с тобой входим. Тут пещеры. Тут тоже пещеры. Ну что ж, давай. С удовольствием хочу глянуть. На старт, внимание, марш. Ну, как видишь, задний фон не поменялся. Такой же и остался. Ну-ка, рыцари мои, вперед. Да что ж такое-то, все равно они какие-то сильные, эй. Они все равно сильные. Давай, помогай, рыцарь. Ох, я чувствую, в дальнейшем будет эта жесть какая-то. В таких играх, ребята, ну, просто вы знаете, да? Прокачка, прокачка, еще раз прокачка. Без нее ты никто и ничто, и звать тебя никак. Давай дальше. А я вот этого вызову. Так, у нас есть стрелы. Ну, видишь, радиус определенный, ребята. Ну, этого достаточно, чтобы, да, уничтожить всех на этой линии. Давай. А врагов, конечно, много становится. Смотри, что творят, а. Нормули. Приголубили. Так, ну-ка давай посмотрим вот этого. А что ты так медленно идешь-то, елки-палки? Как будто на прогулку вышел, а? Ты посмотри на него. Очень медленно идет. В отличие вот от этого стрелка. Этот идет очень медленно. Ну ладно, тут главное, ребят, победа. Так, миссия завершена, и мы с тобой получаем 200 гемов. Ну, как всегда, в начале игры дают очень много наград. Плюс я могу посмотреть за рекламу 30, да, получить гемов. Так, ух ты. Это что это? Что это такое? А что вот такое пати? Коснитесь спутника, чтобы зарегистрировать или распустить. А, все, я понял, ребят. Вот так мы с тобой можем делать свою личную команду. То есть, ну, менять. Нужных бойцов убирать или там наоборот ставить. Появился новый камень призыва. Золотые камни призыва очень быстро изготавливаются. Призывайте спутников быстрее. Каких спутников-то? О чем они? Что-то я... Ой! Эй-эй-эй-эй, погоди, это кто такие-то? Фига ты... Посмотри на них. Какие-то механические, я не пойму... Пс.
псы, не псы, драконы, не драконы. Странные, конечно, монстры. Так, ладно, не даем спуску, друзья мои. Ну, вот эта лучница, согласись, в разы быстрее бежит. В разы быстрее, блин, нифига тут. Монстры идут на меня. Так, камни, ну камни действительно очень быстро копятся. Посмотри на их скорость. Ну-ка. Ага, и стрелы уже не убивают их с первого раза. Давай, легендарный герой. Как только я его вызываю, сразу же мы тут выигрываем. Парадокс. Но все-таки. Так, материал получен. Деньги, все как полагается, ребята. Слушай, ну мне нравится игра. Достижение, открыта новая функция. Казните сюда, говорят. Ага. 300 гемов я получаю. Спасибо вам большое. Гемы нам пригодятся. Я больше чем уверен. Мы их пока не будем тратить, посмотрим, для чего они нам нужны. Но я уже прикидываю. Либо на какую-нибудь прокачку пойдут. Кстати, что-то у нас тут горит. Начальная миссия. Забираем 5 каких-то камней. А что это за камни? Осколок руны. О, как. Понял, осколок руны. Так, победа в битве. Получить 100 энергии на бои. Окей. События нового уровня. 3000 голды мы зарабатываем с тобой. Слушай, тут смотри-ка. На 12 уровне билетик, на 14 билетик. Блин, прикольно. А временные события. Еще 200 энергии мы с тобой получаем. А, это вот чем дольше мы с тобой в игре, тем вкуснее награды. Слушай, вот это прикольно. Не в каждой игре такое будет. Так, события по времени. Меня тут энергия просто запичкали. Так, а что такое пришествие босса? Гоу. Ага, 15 уровень я должен иметь, чтобы напасть на этого босса. Hot Time Event. Горячий ивент. Проходит какой-то, я опять же не могу туда вступить пока. 10 тысяч голды, yeah. 5 билетов, ребята, для найма новичков. И 500 гемов. Слушай, давай с тобой быстренько сейчас зайдем. Тут еще что-то у нас. Ёлки-палки, тут еще целая куча наград. Могу я все получить, да. Интересно, зачем вот эти вот осколки рун? Что мы будем с тобой делать, а? Что-то собирать, наверное. Так, и наем. Конечно же, наем, ребята. Мы будем... Давай 5 сразу пятерых открывать. У нас 5 билетиков и 5 сразу открываем. Ну что, вскрываем первый свиток. Ага, сразу все открыли. Ну-ка. Шакира, Мерлин, Лапромер, Тома. Это кто такой? Это... Слушай, Тома это кто такой? Это камень роста 2. Слушай, это случайно не для Тома или вот этот камень роста, а? Нужен? Слушай, скорее всего, ребята. Скорее всего. Так, у нас с тобой новый персонаж. Это Тома. И Лапромер. Какая-то марионетка. Ну, похоже, да, на марионеточку. Так, подожди, что-то еще где-то мы с тобой... А, вот, Шакира. Окей. Забираем. И еще что-то есть. Так, Мерлин. Это, судя по всему, какой-то лучник. Это, видимо, сова. И все. Так, ну что, а мы с тобой идем вот за этим чудиком. За Миулом. Миул. Окей, давай двигаться. Кстати, надо посмотреть, как там замок-то прокачать. Нам нужно будет... Ох, елки-палки, хорош, хорош, хорош. Интересно, а здесь боссы будут? По идее, должны быть. В таких играх босс должен быть. Может быть, это он и есть? Нет, это не босс. Хотя довольно сильный юнит. Согласись. Юнит очень сильный. Но мы его забомбим. Никуда он от нас не денется. Опа, опа, опа. Это кто такие? Это лучники какие-то. Ну-ка, давай-ка, выходи, легендарный боец мой. Сейчас посмотрим, как она тут просто уничтожает всех. Так, как ты с этим справишься? Какой-то крокодил. Ну-ка, нате вам стрелами.
Мне вот этот нравится какой-то, я не пойму, то ли черепаха, то ли гриб какой-то. Кто такой? На голове цветочек. Все, уничтожили мы этот замок. И вот нам достается Миул. Это какой-то, я не знаю, бобер, не бобер, с двумя зубьями, как мышь какая-то. Странный персонаж. Да тут все странные персонажи, если честно. Новый уровень. Зачем мне сюда? Я вот хочу, например, вот этого прокачать. Ой, денег у нас с тобой 13 тысяч. Ух ты, улучшение, ребята, у нас горит. Опа-на. Так, смотри-ка. Условия улучшения. Снижение стоимости призыва спутника на 10% на уровне стихии тьма. И что? Ага, вот и камень роста. Блин, друзья мои, я даже не знаю, стоит ли мне тратить. Видишь, плюс один будет. Блин, а? А вдруг там будут лучше бойцы? Ё-моё, тут еще. О-о-о. Все, я понял, ребята. Тут будет... Это самый первый камешек. Самый первый легкий камешек, который у нас есть. Тогда давай тратим, конечно же. Так, на 10% на уровне стихии тьма. Вот это вот немножко для меня как бы непонятно. Что за уровень стихии тьма? Как бы я могу понять, что такое тьма, но... как мне именно попасть на этот уровень? Закрываем, короче, с тобой здесь. Ух, так, ивент. Так, приветственная миссия, мы что-то опять с тобой... завершите уровень в области равнины надежды. И мы получаем с тобой... Что это? Алькроа. Ну, я надеюсь, мы его получили. Или это просто нам дали осколок от него. Вот он, ребята, конечно же. Получить все. Нет доступной... Да какой нет доступной почты? Алькро. Это элитный, ребята, это элитный боец. Нам так и написали, элита. Это не какой-то там тебе новичок. Это элитный боец. Так, вот он, Миул. Миул это новичок. А вот Алькро... 15 самоцветов мы получили. Смотри, у него... А, это на 5 уровне прокачки, да? Плюс 11, это как бы дополнительно идет усиление. Так, ну что, идем дальше. А, мне нужно здесь пройти, конечно, что это я? Вперед, батьки, в пекло-то бегу. Блин, я же хотел замок себе улучшить. Елки-палки, я опять про это забыл, а? Так, тихо, идут охламоны. Да, конечно, надо будет как-то, ребята, мне поднастроить на кнопочки, чтобы я мог отдалять и приближать камеру, потому что, ну, так уже будет проблематично скоро играть. Слушай, ну они очень мощные, вот эти вот ханорики. Ты посмотри. Давай-ка я, наверное, еще одного вызову. Нашего щита-бота. Или как его назвать, не знаю. Так, может быть, лучников побольше призвать. Давай вот так вот сейчас посмотрим заодно, как этот лучник у нас работает вообще. Слушай, ну он стреляет намного дальше. Вот этот лучник имеет дальность стрельбы. Тихо. Оух. Фига они там расписывают. Хорош, ребятулечки. Поджали свои ножки и смылись. Смотри, тесак там рубит, а? А если я? Так, нам надо, кстати, с тобой бойцов поменять. Вот что я думаю. Надо будет поставить элитных каких-нибудь, да? Вот у нас слишком много с тобой новичков. Ну что, уничтожаем крепость. Отлично. Никаких абсолютно, ребята, проблем. Так, сейчас главное не забыть, что я хочу замок улучшить. Спутник. Спутник это, конечно, все хорошо. А как же мне... Как замок улучшать? По-моему... Реликвия караван. Караван? Да, караван, ребята. Опачки, левел ап. Что? Открыт новый навык каравана. А как его поставить ко мне? Еще прокачиваем уровень, ребята. Давай до 5 качнем. Я хочу, чтобы у меня был новый замок. Блин, чего-то не хватает. Необходимый уровень команды. 6 левел. Понятно, здесь еще, оказывается, есть свои определенные штуки. А, вот оно что.
У нас используются в данный момент вот стрелы. Так, сейчас я посмотрю. Караван 10 уровня. Ну, предположим, будет вот это использоваться, да? Я могу уровень. Подожди, 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 подожди. Блин. Используется, да, вот это вот. Ну-ка, новый уровень. Да, вот так вот я хотел сделать. Тут время отката, как ты видишь, уменьшается, да? 39 секунд. 39 это максимум, да? Наносит 340 единиц урона всем врагам, находящимся в радиусе 130 от ближайшего врага на расстоянии 1150. А потом будет 400, да, повреждения. Ну, например, предположим. Так, давай-ка закроем это с тобой все. И у нас там что-то новенькое будет открываться. Ох, ё-пырс, это что такое? Это еще лучше, да? Камень получается. Воу, смотри-ка. У нас с тобой уже вот такие вот камни. Ага. И замок, друзья мои, поменялся у противника. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, не трогайте моего... давай, вызываем. И нашего маленького мечника. Так, прокачка. Идет прокачка, друзья мои. Так, сколько там? 193 надо, да? 193. Да, это, ребята, смесь игры Tower Conquest и Battle Cats. Я бы вот так бы сказал бы. Что-то из той игры взято, что-то из этой. Воу! Нифига! Вжарили молнии, ты видел? Вот это да, вот это я понимаю, дамаг. Просто испепелили. Блин, я понимаю, что недостаточно камней призыва. Давай лучника хотя бы поставим. И вот эту вот дамочку вызовем. Блин, я еще хотел же армию поменять. Совсем забыл про это дело. Ну-ка. О, два лучника. Слушай, ну смотри, два лучника неплохо бомбят. Так, не хватает камней, я понял. Сейчас мы с тобой... А зачем мне нужна прокачка, если я могу вот так вот сделать? И как раз у нас молния с тобой откатилась. На крайний случай мы с тобой ее используем. Интересно, здесь хиллеры есть? Должны быть. В таких играх без хиллеров, ну никак. Согласись. Так-так-так-так, бомбим. Ух ты! Слушай, ну точно, как в Battle Cats. Помнишь, там, когда выходит элитный какой-то боец, тоже так же враги отлетают. Дай-ка я молнию применю. Опа, это действительно силен противник. А действительно силен. Но есть контакт, мы его уничтожили. Ты смотри. Ты видел, щит у нас был. Защитный такой, офигеть. Ну, осталось совсем маленько. Есть. Ух, ну что же, поздравляю нас. Мы прошли, пробили и... Так, уровень команды 5 у нас становится. Ух ты. Пинеф. Какой-то новенький персонаж, ребята, нам. У нас этих персонажей уже целая куча. И видишь, каждый отличается стихиями. Так, исследование. Так, что у нас тут? Мы можем здесь, да, максимальное, так, для всех камней призыва. Ну, давай поднимем левел ап. Тут призыв, спутник, тут дофига, ребят, на самом деле, чего можно сделать. Очень много. Так, спутника на 4%. То есть, я так понимаю, выше своего уровня я все равно не смогу прокачивать. Выше своего уровня. Так, призыв во время битвы. С деньгами у нас пока, ну, особых проблем нету. Хотя они заканчиваются тоже очень быстро. Так, на 4% повышение пошло. Ускорение восстановления призыва спутника. Ну, ты понимаешь, да? То есть, время отката. Время отката. Так, и у нас с тобой 15-я миссия. А что у нас в инвентаре есть? Вот куда эти камни, ребята, имеются? Осколок руны. Куда-то они должны, может быть, вставляться. Может быть... Где-то их надо использовать. Так, вот она, Пинеф. Походу дела, да, все, мы с тобой посмотрели. И больше нам здесь делать нечего. Ну что, идем с тобой на 15 уровень. На 15 уровень, да? Это вот, походу дела, ребята, стихия ночи, тьмы. Вот где мы с тобой получаем повышенный бонус, скорее всего.
Так, тихо, голодранцы. Ну, мой мечник что тут сделает против этих троих? Да ничего не делает. Просто разобрали, даже не поморщились. Ну, а ты, девчули, сможешь справиться? Да как сказать, просто, по-моему, сейчас нас тут пришибут. Не будем нагнетать обстановку. Так, это что еще за аборигены? Воу-воу-воу-воу. Фига шитики шустрые. Ты посмотри на них, а? А ну-ка, молния. Испепелил к ядрени фени. Я считаю, что пока вот этот вот чувак, да, с щитом, один такой из эффективных самых. Он очень долго держится, держит оборону. Прикольный чувак. Да неужели мы здесь с тобой прошли, а? Ну, тут как-то мы их быстро смяли. Тихо, это кто там? Это что еще за корень сельдерей вышел тут? Ты посмотри на него. Ох, ё-моё. Эй! Погоди, они меня... Друзья мои, они меня отталкивают. Ну-ка, молния, молния, молния. Есть. Слушай, нам нужно лучиков вызывать. Так, опять начинается, ребят, подлагивание какие-то. Я не знаю, почему это происходит. У-у-у. Такое ощущение, что, знаешь, как будто вот засоряется, как тебе сказать, память. Виртуальная или как там она называется, визуальная. Ладно, давай попробуем с тобой, наверное, выйти и зайти. И когда вот мы с тобой выходим и заходим, все будет нормуль. Так, давай. 69 энергии нам нужно. Окей. Видишь, как вот зашли мы с тобой в игру, и все плавно. Видимо, проходит какое-то время определенное, и не знаю, с чем это связано. Ребята, начинает она потихоньку, как будто вот как засоряться виртуальной памяти, и вот подлагивать начинает. Может быть, потом как-то мы с тобой это все исправим. Может быть, у меня там еще какие-нибудь закачки идут или еще что-нибудь. Это, наверное, тоже как-то влияет. Так, видишь, все плавно идет. Но... рыцарь мелким. Давай, пробиваем их. Окей. И уничтожаем с тобой замок. Ну, давай, родные мои. Да чтоб... А, да, тут же этот охламон. Молнию. Тебя умоляю. Просто достаточно было одной молнии, чтобы их расписать всех. Так, мой боец в юбочке бежит. Легендарный, причем с рожками с какими-то. Да давайте в этого шитика уничтожим. Все, молодцы, красавцы. И бамс. Победа за нами. Вот тебе и Эльрой. Так, мы прошли с тобой. Оу, бонус реликвии активирован. Синяя повозка. Повышение максимального лимита всех камней призыва на 32%. Но это тоже, ребят, как в Battle Cats. Помнишь, там тоже открывались реликвии? Тоже там жетоны собирали и также реликвии собирались. Очень большая схожесть. Я говорю, тут Battle Cats и, можно сказать, Tower Conquest как бы из двух сделали игр вот одну. Все есть. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!